Как в случае с персоной, которую я просто хотел посмотреть на Твиче, а народ начал требовать еще и еще. Я пока не планирую эту игру проходить, но если она очень нам зайдет, она очень своеобразная просто, и там графона нормального нету, это очень многих отпугнет. Я знаю, что ценителям игр нужен графон, как в Крайзисе, а на геймплей им плевать. Вот. Metroid Prime будешь проходить? Не знаю пока. Не знаю, много всего в планах. Планирую себя, пускай клон всем недовольным стримит персону и монстром. Я лучше их забаню. Ой, простите. Что-то вспомнил. Кровавые ошметки и этот улыбнулся. Подогнали все это дело под вот эту вот штуку. Но это все равно, это старая игра. То есть очень многое здесь работает по-старому. Эй, я же тут создавал профиль, когда проверял. А как это? Так. Аптип. И чатук. Чатик. В нормальном режиме начнем. В игре нет русского языка, я буду переводить своими силами, могу ошибаться. Поправляйте и бомбитесь. Хорошо? Светильника уже давно здесь есть. Ты знаешь, что Wii U здесь уже месяц лежит? И провод уже давно распрямился. Ты врешь. Ну включи свет. Ну. Я пытаюсь, но подожди, я же не могу делать 10 дел одновременно. Ага, ага. И что? Сломала. Сломала. Если... Как ярко. Ну-ка. О боже. Пойдем посмотрим, что у нас здесь. Боже, графон, конечно, 10 из 10. Боже, это музыка. А я могу поднимать вещи? У меня теперь одна монетка, я уже не нищ. Ой, это там. А-а-а. Слушай, управление к нему реально надо привыкать, оно деревянное. Ну просто, когда я целюсь не стиками геймпада, а своими руками, конечно же, все лучше получается. И ты примерно знаешь почему. Потому что мои руки гораздо прямее. Так, хорошо. Может, покажешь нам еще какие-то движения? Ты знаешь, эта маленькая штучка, которую ты умеешь делать, мне так нравится. Как ты ее назовешь? Крутящаяся атака? Это нужно задержать Б и отпустить ее. Сука, ну почему? Не, вот эти моменты, они мне очень нравятся. Слезь, ну, типа, вашество, хватит свое СВЧ излучать, просто покажи нам. Сейчас я вам покажу. Смотри. Средний, маленький, самый уматный. Нищетово было, нищетово. А, кстати, мне туда не нужно, я не пойду туда сейчас. Пошли сюда! Ага! Быстро пошли отсюда, твари! О! Курицы, по-моему, очень хорошо плавают. Прирожденные пловцы. Смотри, плавай. Выходим. У него, по-моему, психологические травмы. Вы видели его лицо? Ух ты, сука. Это мой дом. Нос так чешется. Это, наверное, потому что меня укусило то виртуфайзенное существо. Боже, Линк. Мире. Кузбро, а ты не знаешь, что бывает, если бить куриц в Зельде, да? Тося. Тося опять вцепилась мне в локоть. Но она не сильно вцепляется, но типа она
не отстанет, пока я не поглажу ее. Честно, причестно. Что это у меня за сопель торчит такой посередине лба? Тося. Тося, китайские глаза. Тося, ура. Чатик, ты как сюда попал? О, привет, Артур. Простите. Я помыл чатик для тебя. Чатик помыл. Помой меня теперь. Ага. В этой игре столько контента, она не перестает удивлять до конца игры, но боссы легкие, разве что. Да. Но Зельда, ее не сильно привечали в России до последнего времени. И только с Breath of the Wild пошел хайп реальный. Сейчас очень многие попробуют старые части. Вот, и я заодно решил показать, проехаться на волне хайпа. Конечно, конечно, нет, на самом деле просто хотел с вами поиграть в старую игру. Смотри, разве это не мило, как она пьет это молоко? Скажи, дорогуша, почему бы тебе тоже не попить молока? Я в хорошем настроении, поэтому сегодня за счет заведения. А молоко чье? Коровье, я надеюсь. Смотри, котики. У вас есть молоко в бутылке. Но эта бутылка наполовину пуста. Поставьте ее, чтобы, ну, в общем, 3 сердечка восполнить можно было. Здесь закрыт. Почему ты все проверяешь не руками, а головой? Боже мой, как с тобой сложно, Аптип. Все еще в доме раз. Да? Хорошо, я понимаю. Я поспешу и принесу этот щит. Ты просто жди здесь. Что со мной? Не очень хорошо, бежим. Беги, маленький ублюдок. Ладно, не очень уж маленький. Простите. Расскажи мне. Да, я тебе что-нибудь расскажу. Вообще в этой деревне довольно тихо. Но сегодня просто пипец. Понимаешь, монстры атаковали деревню и... украли всех детишек. Ты выглядишь сам как монстр. Если будешь, ну, в общем, в нашем городе находиться, то тебе лучше прятаться от людей, чтобы они тебя не видели. Отсюда быстро, щипок! О, маленький. Раньше дети в этом городе очень много играли. Поэтому здесь полно всяких вещей лежит. Если ты используешь, чтобы копать, ты можешь что-нибудь найти. Забавно со зверями разговаривать. По-моему, тут пчелы. Я думаю, что то, что я делаю, это не очень умно. А, да, я не могу. Хера себе, пчелы. Твою мать. Бежим. Идите от меня, пчелы, вы чё? Что происходит? Отстань! А. Кися! Пожертвуй собой! Так, все. Так, хорошо, ладно. Не, ну логично, что в воду, но типа так не было бы интересно. Ладно, на самом деле, вы знаете, я сегодня посидел бы дольше, но я как бы сразу сказал, что сегодня стрим будет покороче, уж простите меня, ладно?
хватит эти вот плачущие смайлики, а то я тоже сейчас плакать начну. В общем, до свидания, всем пока.